Итак, всем привет. И сейчас я хочу вам просто рассказать о самых красивых видео, которые я снимал. Например, одно из них. То есть два видео вот. Ну, просто я считаю, я их хорошо смонтировал. Вот это вот. А вот это просто красивое. То есть, смотрите, вот это вот комендантский проспект и экскурсия. Вот очень хорошо смонтировал. Вот сейчас я его вам покажу. Вам, надеюсь, мое видео понравилось. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Красивенькое. Но, к сожалению, я его плохо подписал, и заставочка плохая появилась. Поэтому на это видео всего 3 просмотра. Хотя можно и побольше, по 100 штук. Очень красиво. Ну и я отрывочек покажу вам от видео. Это видео было проспект, комендантский проспект и экскурсия. А это видео траволаторы на станции метро Спортивная. То есть это все фиолетовая ветка, то есть 5-я. Грузинско-приморская линия. Ну, я, наверное, все это видео вам не буду показывать. Просто так частичку встретил, красивый так вот. Это как эскалаторы траволаторы, но они едут почти что на одном уровне. То есть почти что. Они чуть-чуть поднимаются, либо чуть-чуть спускаются. Здесь 3 траловатора. 3. Всего 3. Один из которых сломанный. То есть вот один в одну сторону, другой в другую. А третий сломан. Ну и на этом, наверное, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. И это, кстати, еще один интересный факт. Спортивная 2. И еще я вам хочу, прежде чем прощаться, посмотрите видео «Станция метро Спортивная» и там, где будет кольцевая. И второе видео «Станция метро Спортивная» и там, где будет кольцевая. То есть это место на станции метро Спортивная, где будет осуществляться кроссплатформенная пересадка на коричневую ветку, то есть кольцевую ветку, будущую кольцевую ветку питерского метро. То есть метрополитена. Ладно, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.